Пари Сен-Жермен. А это болельщики, которые приветствуют автобус своей команды. Барселона играет здесь в этом сезоне и начнет следующий. А в ноябре говорят, что уже за ними приезжают здесь как будто персонажи разных фильмов. Ну, опять же, отомстить за 1-6 16-17 году. Впрочем, в Париже тоже такое устраивать умеют. Вы помните потрясающие перформансы, эти растяжки, баннеры с учителем Йодой. Это было неделя. Ведь точку и даже многоточие. Всегда хочется ставить запятые. Можно было бы рассказывать. Но лучше сегодня рассказывать об игре. Судьи. Марк-Андре Тер Стеген, капитан в воротах, первый номер. 23-й Жуль, к нему приходилось работать не раз. Кстати, всегда побеждал. Привет. Кубарси. Защитник с хорошим пасом. Здесь он это не показал, отдал ближнему. Но в первой игре именно с него началась первая голевая. Сегодня играть не может, празднует. А Рафинья. Три гола в двух матчах. Тер Стеген в первом матче. Длинных передач. Отдал 24. Хороший сезон. Казалось, что приходит он как запасной. Но в результате запасным не лучшим бомбардиром. В этом сезоне забивает поменьше. Но там не играл со времен Ромы. Когда ему было 19 лет. Там его иногда пробовали справа. Вот пришлось вспомнить на игра. Витинья умеет такие линии разрывать. Пас на Усмана Дембеле. И опять подкат. Ну, в этот раз Лони, второй его части. Вот настоящее открытие этого сезона в Барселоне. Пошел на мяч Ламин Ямаль, здесь был Лукас Эрнандес. Вот Пау Кубатавина, вот сегодня выходят и оба отрабатывают по полу. Кубарси выбил. Чуть успокаивает Барселона, передача назад вратарю. Кубарси. И нас, простых людей, это называется фолом последней надежды. В судейском языке это называется по-канцелярски решение неоднократно, но все-таки она не главная для него. Жюль Кунде попал. Жюля Кунде много критиковали в прошлом сезоне. В этом сезоне скидка здесь Пау Кубарси. Вот он сыграет рискованно. Вот он и рискнул. Мбаппе покатил Фабиан Руис. Кубарси сам исправил. Из Англии. Он может забить. Он может. Фабиан Руис. Корре. Мбаппе. Cuidado ante Кубарси, que lo empujaba. Nada, dice Kovac. Хакими toca para Mbappé. Saca Кубарси. Барселона. Le deja jugadores para salir en la contra. Y además no termina de tener la claridad suficiente. Sí, atención va Pedri. Tras el pase de Ter Stegen. Cuidado. Un buen ejercicio para ver algo parecido a lo que podría llegar a ocurrir en Madrid, ¿no? Estando bien. Hakimi corre Dembélé, acompaña a Hakimi al piso. Cubarsí tocado. La Champions. Arriba Fabián Ruiz. Cubre Ronald Araujo. Va Mbappé. Le llega el marroquí, la va guardando. Sale con zurda para Dembélé. Ganaba Cubarsí. Toca Gundogan, la quiere Lewandowski. Llega. La salvación de Lucas Hernández, Cubarsí, para Joao activarlo. Marquinhos. Vas a ver que me da la sensación que él solo se va a tirar a alguno de los costados para ver puede. Para... Ter Stegen para que salga Pau Cubarsí. Cubarsí juega con Joao Cancelo. Ese es Pedri. Mbappé, corre Merí, saca Cubarsí. Tendrá que redoblar el esfuerzo el Barça en defensa. Tendremos un partido tremendo en la segunda mitad. Mbappé llega. Nada más y nada menos. Kylian lo vio pasar a Ruiz. Ruiz al medio. Cubarsí. Koundé ante Barcolá. Adelante y a correr. Cubarsí al piso. Arriba Merí. Arriba Dembélé. Va cruzando Cubarsí. Llega primero Pau. Y ahora sí se viene el campo. Nuno Méndez. No le llega Mbappé. En anticipo de Cubarsí. Sale el joven Cubarsí, habilita 86, casi 87, Ter Stegen. Cubarsí, larga para Joao Félix. Marquinhos, Vitinha, Cubarsí. Recibido, o sea, libre para jugar semifinales. Recordemos que a partir de ahora, el que tenga que cumplir una sanción... A Colomboaní, la quiere Mbappé, uno más, pretende el Paris Saint-Germain.
el ingresado Colomoni. Cubarsí gana el duelo. Cubarsí. Gundogan grave pasar.